Ну что они там это самое тянут? Ждешь, понимаете, и свой воинский долг исполнить, и никак не дождешься. А нам теперь торопиться некуда. Тебе сколько лет? 18, а тебе? И мне 18. А выглядишь на 17. Тебя как зовут? Гриша. А его Миша. Кого его? Ну его, Горбачева. У нас в деревне Гришей барана звали. А Мишей козла. А за козла ты видишь. Ты откуда еще такое взялся? Из какой еще деревни? Мымринские мы. Из деревни Мымрина. Ну, а мы здесь, а в дружеской обстановке, будем звать тебя Мымриком. Никто ничего не будет против. А это что там за шустрик? Эй, жи, тебя как зовут? Он... Заика. А не заика я, не заика, совсем наоборот, знаете. Ты, наверное, летчиком стать хочешь. Что? Летчиком? Нашли дурака. Я буду интендантом. Сапоги, портянки, шмотки разные. Сидишь в коптерке, кальсоны меряешь. А, кайф. А у летчиков мне только звук нравится, понимаете, вот там хорошо. А я хочу стать шифровальщиком. Зашифруешь что-нибудь, и никто не поймет. Даже свои. А где здесь туалет? Не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. Мне нужна альтернативная служба. Альтернативная. Так, левое плечо вперед, мордой в дверь, шагом марш. Ой-ой. Ой, ну что, это же голову. Аккуратнее вообще надо. Ну так последние мозги вылетят. Хорошо. Вы знаете, что у вас нет никакого веса? Да что вы говорите? У вас весы неправильные. Их подвинтил тот специально, я знаю. У меня есть такие сведения. Непроходимость у тебя, что ли? На рентген пойдешь. Закрой глаз. Какой? Да любой. А какой любой? Левый или правый? Ну какой ближе? Читай. Я б лы ябл о ко. Молодец. Другой глаз. Я б лы о ко ко. Левый или правый, левый или правый. Да они у тебя одинаковые, жмурик. Пошел вон. Доктор, у меня мания величия. Ага. Поздравляю. И как же вас зовут в таком случае? Гайдар Юлий Цезарь. Гайдар Юлий Цезарь. Ну, какой же солдат не мечтает стать генералом? Годен, закрой глаза. Закрыл. Молодец. Прямо, прямо стой, не качайся. Да я качаюсь что-то. А нет. Теперь кончиком пальца дотронься до кончика носа. Пожалуйста. Да не моего, козел, носа, своего. Ну, надо, знаете, за козла вы... Хорошо, хорошо, в пределах нормы. Теперь другой рукой. Вот так, да? Молодец, отлично. Главное всегда в одну точку. Ну, запомни. В какую, неважно. В точку. Да, но в одну. Теперь наклонись. Ну ладно, выйду. Наклонись. Ну. И достань кончиками рук до кончиков ног. Да не моих ног, своих. А, извините. Следующий. Прижмись подбородком. Черепно-мозговые травмы были? Были. Ага. Операцию делали? Делали. Инструменты забыли. Ну, хватит. Спасибо. Не за что. А что это было? Гланды. Занято. Годен. Трусы спустить. На колени. Да не сам на колени. Трусы на колени. Ой. Ну что вы пялитесь друг на друга? Все равно отсрочки не видать. На
наклонились. Ниже. Ниже. Ниже, сказал. Ноги не сгибать. Значит так, призывники. Ну, что я вам могу сказать? Впереди вас ждет счастливая армейская жизнь. В дружном коллективе. Под мудрым руководством этим, значит, вы постигнете, ну, сначала азы, потом и буки славных традиций вооруженных сил. И это ваш общий диагноз. Мы кузнецы, кузнецы, дух наш молод, куем мы счастья ключи. Взымайся выше, наш счастье молод. Стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи. Мы кузнецы, кузнецы страны рабочей, мы только лучшего хотим. И ведь не даром мы тратим силы, не даром молотом стучи, стучи, стучи. Хорошо пою. Голоса разные, зато песня одна. Хотел бы я знать, кто нам петь будет после 2000 года. Нам? После 2000 года? Да. Да уж никто. Ну, если только родственники или ангелы. Типун тебе под язык. Ангелы. Скажешь, что же ангелы? Ты у меня на что? Ты у меня кто? Ты у меня охрана. Ранги федерального министра. Вот. Ты за мою жизнь отвечаешь. Ты уж позаботься, чтобы не ангелы пели, а контрактники. Ангелы, понимаешь? Стучим, 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 мы светлый путь куем народу. Мы счастье родине куем. И за желанную свободу мы все боролись и умрем, умрем, умрем. Мымринские мы. Из Мымрина. Его ж в армии мымриком обзывать будут. А он не мымрик. Вот спросишь его, что да здравствует, а кому слава, а кто соединяйтесь? И он сразу ответит, а другие теперь разве знают? Почему? Мой тоже ответить может. Только никто не поймет, что он ответил. Он, бедненький, все время о себе, как о ком-то другом говорит. Бывало, поссорится с кем из соседских и скажет, сейчас Горбачев придет и как даст тебе по уху. Скажет, так и ждет, когда этот самый Горбачев придет, пока сам по уху не заработает. Ах, как же он, бедолага, в армии-то будет, а? Ой, она ж такой умный, такой умный. Ни с кем разговаривать не может. Никто его не понимает, ну совсем никто. У него от этого прямо истерики. Его даже врачу показывали, а врач говорит, ничего не поделаешь, все претензии к родителям. А мы что? Мы же, когда ему детскую энциклопедию покупали, разве мы думали, что он ее всю прочтет? Ой, для одаренных детей армия противопоказана. Наш так хотел на альтернативную службу, так хотел. Мы даже думали ему пол поменять на альтернативный. Вы знаете, был мальчонкой, стал девчонкой, но он ни в какую. Не хочу говорить, что меня за косички дергают. А я говорю ему, ну какая разница, ну какая тебе разница, за что тебя дергают? А наш ведь любил, на палубу вышел, сознания уши нет. И поет, и поет, и поет, и поет, дом дрожит. А иногда, как скажет мне, мамочка, я тебя люблю. Волосы дыбом встают. Вот мы и решили с отцом, если где и нужен такой голос, то только в армии. А мой дурак, кретин, болван, идиот, оставил мне записочку. Вот буквально дословно читаю. Мамулечка, семейные драгоценности спрятал в надежном месте. Позаботься о моей службе, чтобы мне случайно память не отшибли. Твой Вовочка. Ну что это, ё-моё? Так что, девочки, давайте скидываться, давайте. Кто сколько принес, давайте. Я законы знаю, у меня муж юрист, давайте. Я это быстро улажу, понимаете, давайте. А ты что ждешь, мамаша? Хочешь, чтобы твой сын в горячую точку попал? Или все-таки на теплое место, а? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know, for my name.
first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the